С 13 по 22 мая проводится специальный комплекс мероприятий под условным названием «Автобус». За 4 месяца 2019 года с участием перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров, произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которые пострадало 9 человек. А 4 ДТП с участием маршрутных транспортных средств, 6 человек пострадало. Погибших, слава богу, нет. Основное внимание, основной акцент делается при проведении данных операций – это усиленный контроль со стороны перевозчиков. Он осуществляется как на линии, как гласным контролем, так и негласным контролем. Проверяется техническое состояние транспортных средств, участвующих в перевозке пассажиров. Также осуществляется тотальный, можно сказать, контроль за соблюдением правил дорожного движения во время перевозки. Во время таких акций, рейдов, выявляется большое количество нарушений. Среди них и разговор по мобильному телефону, и проезд на запрещающие сигналы светофора, нарушение правил перевозки пассажиров. По технической части часто бывает неудовлетворительное техническое состояние, повышенный износ рисунков протектор шин, разбитые лобовые стекла, неполный комплект транспортного средства, то есть либо не хватает аптечек, огнетушителей, знак аварийных остановок. Разговор также по мобильному телефону во время перевозки пассажиров, административная ответственность, за которую предусмотрена до 2 базовых величин, и всякие другие нарушения. Еще раз хотелось бы обратиться к водителям, осуществляющим перевозку пассажиров. Соблюдайте правила дорожного движения, это гарант вашей безопасности и пассажиров, которых вы перевозите.